Я жительница города Кривой Рог. Изначально подписалась на пророссийские сообщества во время всем известных событий на Майдане конца 2013 года. Представители данных сообществ время от времени писали мне различного рода сообщения. В начале 2014 года гражданин Российской Федерации предложил администрировать одну из сепаратистских групп. Я согласилась с целью, чтобы время от времени получать какую-то альтернативную информацию. Но со временем я поняла, что мое мнение в корне расходится с данными сепаратистскими настроениями пророссийскими. Я решила прекратить свою деятельность, на что получила угрозы и шантаж со стороны данного гражданина Российской Федерации о том, что все мои данные, вплоть до номера телефона, будут переданы украинским националистическим организациям. Если кто-то окажется в такой ситуации, просьба ничего не бояться и не вестись на провокации данных людей.